Всем привет, ребята! Сегодня мы поговорим о том, о изменении моего канала. Да, я хочу стать новым, ребят. Может, для вас эта новость будет плачевной, но я перестаю носить псевдоним Mommy Long Legs. Перестаю носить псевдоним Mommy Off. И также моя команда, которая называлась MTAM, теперь будет называться ATAM. Хотите же узнать, если я становлюсь новым, то хотя бы какой мой персонаж? Ну, это Ам-Ням. Мой новый персонаж канала — это Ам-Ням. Меня будут звать Ам-Нямус Официал. Мой канал будет называться Ам-Нямус. Я стану новым. Только по старым видео вы сможете меня вспоминать. Ребят, я становлюсь новым только ради, только ради продвижения. Поэтому, ребят, сейчас мы будем говорить о всем, что нужно. А пока будет рекламка. Ребят, я хочу вам рассказать о одном интересном сайте PlayRock. Тут много игровых услуг, и тут по низким ценам очень много вещей можно купить в играх. Переходите по ссылке в описании, покупайте. Там огромный ассортимент. Можете купить, например, робуксы, гемы. Все безопасно. Нормально. Покупайте на PlayRock. Ну, реклама закончилась. Поехали к видео. Ребят, ну что ж, реклама закончилась. Давайте же поговорим о изменении канала. Первое. Почему я решил изменить название, стать новым? Смотрите, ребят. Старое название канала мне почему-то особо подписчики не приходят. Я хочу измениться и просто пытаться быть хорошим блогером. Если вы только можете мне помочь, ставя лайки и подписки. Если вы подпишетесь, поставьте лайк, то мне будет приятно. Ребят, пожалуйста, сделайте это, если вам не трудно. Кнопочка подписаться будет. Ребят, дальше. Второе. Я это изменю во всех своих соцсетях, ник на Ам-Нямус. Буду менять аватарки. Много чего. Может, для вас эта новость будет неприятная, конечно. Ну, так надо, ребят. Я теперь буду не Mommy Long Legs, не Mommy Long Legs, не Mommy Off. Не мамочка длинные ноги. Я буду Ам-Нямом. Ам-Нямус Офф. Ам-Нямус. И вот, просто. Просто такой. Ребят, в честь того, что я становлюсь новым, я могу что-то разыграть между всеми подписчиками. Возможно, это будет робукс. Розыгрыш, например, на робуксы или на что-то. Но это будет розыгрыш. Я все-таки смогу сделать розыгрыш на что-то. Ребят, это была информация, которую я хотел сказать. Пока, Ам-Нямчики, до следующего видео. Следующее видео будет тоже интересным. Бай-бай, чики.